лазером каким-то. Блин, это клон! Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Артмен. Сегодня мы поиграем во Фредди и Фрэнкин против импостера версия 4. И это уже третья, блин, часть по прохождению этого мода. Он настолько, блин, большой. Ладно, ребят, погнали. Ничего не было. Нажимаем play. Так, получается, мы вот это просто серии с вами повар прошли. И смотрите, дальше какой-то вот этот пацан идет. Ладно, он у нас стоит 150 вот этих почек. Погнали. Погнали, ребят. Погнали. Так. Сейчас, ребят, касцена будет. Наверное. Я не знаю точно. Просто так думаю. Там, ребят, какой-то синий или голубой амангас. Амангасик. Так. И что-то вот этот у нас не грузится. Давайте-ка перезайдем в игру. Сейчас еще немножко подождем. Так. Нет, не грузится. Надо перезаходить точно. И, ребят, заходим второй раз в эту игру. Надеюсь, уже с музычкой. Да, с музычкой. С музычкой. Так. Так. Без рекламы вот эти. Опять нажимаем play. Так. И опять заходим вот сюда. Ой, ребят, мы здесь за пику будем играть. Прикиньте. Это, ребят, что-то новенькое. Мы, ребят, еще не играли за пика. Так. А, сейчас мы вот подождем, наверное. А, нет, нет, нет. Уже, ребят, загрузили. Ребята! Это не кот! Помните? Это не Евгений Зеленого! Как это место называется, где все спавнится? Ну, вроде это спам. Вроде, ребят, это так называется. Я не знаю. Дальше мы сейчас почек идем. Идем, ребят, дальше за 150 почек. О! Он 2D-шный. Ну, как бы он не пикшельный. Thank you.
Я сейчас ребята у него, он меня убьет. Убьет, наверное. Больше он тебя просто поедать. Это ребят. Понимаете, он такая был предателем. Я хочу быть. Он, то есть, хотел быть предателем, да, но он всегда был членом экипажа. И вот его мечта исполнилась. Даже опять за 150 почек. Это офигеть просто. Сейчас, ребята, все почки стратятся. Будем бомжами. Так. Что это с Герфлом? Я не понимаю, что с Герфлом. Почему? Так, ребят. Я ничего здесь не понимаю. Но погнали. Чего добавили? Немного чего, но вот это вот точно добавили. Вот этого вот, ребят, точно не было. Реклама опять. Рекламка. Так. Да, что, опять 150 почек. Они сейчас у меня все почки выпрошут. Я останусь без почек. Так, боже мой, да. Так, а что за песня? Песня другая. Песня, да, другая. Thank you.
большой бедбаг. Ну, вы понимаете, какой? А то можно было бы, ребят, вот так бы подходить. Вообще тогда бы круто было. Опять что-то было. Ой, а кого еще будет убить? Ты сам себя можешь еще убить. Больше ты никого не убьешь. Если видишь, как пусто. Так. Опять реклама. Ну вы издеваетесь. Так. Так, 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 так. Сто точек, 150 точек. Офигеть просто. Оу! Это, ребят, анимация по убийствам. Просто смотрите. Я смотрел! Просто, ребят, разными способами его пытаются убить. Просто офигеть. Ведь FPS даже не видно. Просто все белое. Ребят, кто смотрел анимацию, она очень старая. Тоже. Яндекс клавиатура в разы удобнее обычной клавиатуры в вашем телефоне. Да, она умеет переводить текст на любой семи. Да. Да, конечно. Нужна нам очень ваша сильная Яндекс клавиатура. Погнали дальше. Здесь, ребят, уже Здесь опять багнутый звук был. О! Get it? I'm everyone. Nothing with you. I thought it was you all along.
А, белый летит. Понятно. Понятно. Чем развлечь себя в машине, когда скучно? У меня есть идея. Почему бы не петь в караоке? Заходим в самое крутое приложение. Ладно, просто промолчу. Погнали дальше. Что для нас еще приготовили? Это... Во! Ты чё? Ты чё в Амангас не играл? Я когда чел в Амангас не играл? В эту игру либо переиграл в Among Us. Так. А у нас больше нет столько кочек. Блин. Ну давайте сейчас накоплю. Окей, let's go. Короче, ребят, я заново просто скачал приложение. Копить мне лень, ребят. Слишком лень. Так, ладно, получается, ребят, у нас вот эта песня. Ой! Блин, ребят, я на хард забыл поставить. Ладно, сейчас, ребят, произойдем. Так, это надо все убрать. Сейчас, ребят, мы перейдем. Просто, ребят, тупо забыл поставить хард. Ребят, я туплю, конечно. Так. Погнали. Опять фейплей нажимаем. Давайте вот это вот, голубочку. Так. Где это у нас пишет? Вот это на хате. Это все на хате. Все, погнали. Погнали. Вообще, ребят, на музычку крутая. Ну, не помню. Надо что-то убавить. Так. А что у нас на руку? Так. А мы вообще, ребят, успеем эту песню пройти? Так. Что у нас не грузится-то? И? Что-то, ребят, вообще не грузится. Так, сейчас перезайдем. Короче, вообще эта песня не грузится. И мы сейчас все
Наши почки потратим. Так. У нас уже 505 почек. Эту песню давайте тогда пропустим. Конечно, печально, но давайте лучше пропустим. Так. А может еще раз? Вот, надо еще раз попробовать. Мы же не просто тратили столько много почек. Мы 300 почек уже потратили. Не, ребят, ну потому что я не повторно покупал. О, наконец-то! Неужели? 1, 2, 3, 4. Офигеть! Какой свет придать? Сейчас опять 100-150 почек будем тратить. Так. 130 минус 150.
вижу. Скажу честно. Так, что случилось? Где ты был вчера? Я был вчера дома. Я вчера был дома. Мог бы я ответить, я вчера был дома. Так, дальше у нас призыв какой-то. Так, что? Ребята, его же вроде зеленый убил. Если я не ошибаюсь, то я зеленый должен был убить. Блин. Ты сколько уже здесь живешь? Боже мой. Спасибо, кстати, песня первого лица. Ладно, нет, я сейчас телефон ставлю. Завтра продолжу записывать. Так, опять. Девушка. Давайте посмотрим. Бывай. С кем ты был? Серёгой. Лугун, Серёга был. Всю ночь со мной. Погоди, что? Я люблю Серёжу, мы остаёмся. Ладно, так, я телефон на зарядку ставлю. Короче, продолжаем играть. Я чуть-чуть поднакопил. 425 почек у нас.
И погнали. Вот эта вот песня какой-то светло-фиолетовый или что это, я да, не знаю, что за цвет. Вроде какой-то светло-фиолетовенький. Не знаю. Так, что-то ребята у нас не грузится. Грузись. Да, грузись ты. Блин, я сейчас опять перезаходить буду, ребята. Ну что у нас не грузится? Скажите мне, пожалуйста. Давай еще до 5 досчитаем и все. 1, 2, 3, 4, 5. Все, ребят, перезаходим. Так, опять ребят. Ой. Телефон упал. Короче, опять ждем. Опять. Так, ребят, звук был? Реклама! Ха-ха-ха-ха-ха, да-да-да. Конечно, это, ребят, Дурс. Да, ребят, настоящий Дурс. Играйте. Дурс, ребят, да-да, Дурс. Дурс, ребят, полный Дурс. Так, вот. Смотрите, какой прикольный у нас скинчик. Я вам. Так, все, пока рисуется, за 150 точек. У нас стоит. У нас же есть 150 точек. Да, ребят, наверное, у нас есть 150 точек. Так. Это из-за какая карта вообще? Скажите мне, пожалуйста, это какая карта?
Songs. Так. Чё? Мы просто играем. Thank you.
зеленый просто что-то написал на ящике. Красный там сидит. Так, а вот слушай. Мы сейчас можем дальше пройти? Ребята, не важно, что мы дальше, наверное, с вами пройти. Прям сомневаюсь. Так, да, мы не можем пойти. Так, сколько у нас там? Получается, сколько нам песен осталось? Сейчас опять, наверное, заново просто приложение скачаю. Получается, один, еще один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть песен, ребят. Ну, думаю, хватит все. Сейчас, ребят, заново скачаю приложение. Ох, ребят, опять заходим, ну, очередной раз заходим в этот... игру. Так, дальше у нас вот эта песня топ-10. Песня топ-10. Топ-10 песен. Хотя у нас осталось еще 6 песен. Песня называется топ-10. Итак, ребят, уже 90%. Погнали! Так. Это какой-то Амогус. Погнали, 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 давай. Ту-ту-ту-ту-ту. Пу-пу-пу-пу. И? Мы просто так стоять, что мы будем всю песню. Так, ладно. Так, офигеть, его смонтировали. Боже, как неаккуратно его смонтировали. Ай, блин, блин. А, много сейчас встает. Это так ужасно! Прямо вообще не хочу! Так. Блин. Он меня с пальцем показал. Что с ним это? Музыка, музыка, боже мой, да что с музыкой? Вообще, что такое? Сказанная витаминка. Что? Что ты делаешь? Пойду. А что? Не пой просто так. Ребят, ну не надо. Вот пойте просто так. Че, так тоже нормально? Не ведитесь на всякую вот эту фигню. Я думаю то, что просто так петь, это тоже хорошо. Так. Это кто? Он нам фазу показывает. Так. Мы играем за какого-то страшного Амогуса. Блин, да ты офигела просто. У нас какая-то есть собачка. Ребята, смотрите на урок.
вот, ребят, всем мой предатель. Что ты делаешь? Пойду. А что? Так, все, это мотаю я даже. Да слушать не хочу. Так. Давай, давай, давай. Погнали дальше. Вообще, ребят, это сложно стало. Цепочки эти. Когда у тебя нету почек, ну сразу просит почки. Ну что, опять убрал? Убрал, все, спать. Эта песня, ребят, была быстрая. Надо было только стейк, чем первая. Так. Все. Видите, ребят, как начало быстро тебе грузиться все. Так, последняя песня. В этой неделе. Кто это? Кто это? Чел, офигеть! Чела просто повязали, что ли? Офигеть! Так, ладно, погнали, я просто ведь слушался, что они там открывают, хотя я нифига не понимаю. Не понимаю нифига английский язык. Так. Блин, это клон! Боже мой, что они с тобой сделали? Блин, жалко розовую. Тройная проблема. Просто тройная наша проблема. Откуда я вниз? Клонная эта песня. Так. Песня очень длинная идет.
только жалко. Кому жалко, поставьте лайк.
надо все дозы. А нет, это я бы тоже не делал, это наверное сиреневый. Сиреневый, не надо, не надо сиреневый. Ой, а черный, черный, черный. Негр, негр, негр. Офигеть просто. Я его год назад снимал. Еще вот я помню такой мокрый снимал, где основная проблема, там Капфейл был, Санж был, Дьявол вот этот был. Это, ребят, давно было. Я не верю, я прошел эту песню. Я прям не верю, своим глазам не верю. И вот серьезно. Все. Все, ребята, тут, наверное, будет последняя песня сейчас. Вот это, потому что потом мне, наверное, не хватит. Вот этих. Стоп! Оу! А, да, конечно, прям бойфренд. Да, ребят, прям бойфренд это. Ну ладно, ребят, зеленый, зеленый, ребят. Это, ребят, темный зеленый. Звезды пропустили. Тройные стрелки будут, кстати. Так. Офигеть просто! Здесь, смотрите, изменили как. Блин. Я ни разу не играл в зеленого. Так. Круто, ребят, вы взяли, что голос. Бойфренда. Так. А мы сейчас пойдем. Ну что-то, ребята, на меня напоминает. Ребят, голос у него другой, смотрите. Красный. Другой голос. Так. Просто, ребят, смотрите, как немного стояло. Так. Так. Так, мы петь должны как-то. Так, красный, что мы здесь стоим с тобой, да? Красный. Да, как-то это странно. Вот и я говорю, странно как-то. Кто это поет? Не знаю. Ребят, кто это поет, я правда? Ну вот точно уж не девушка. Хотя у нее рот открытый.
Так, ладно, просто смотрим. Давайте посмотрим вообще, как время изменится. Он потемнел немножко. Что еще могу сказать? Изменился так. Еще круто. Должен просто в воздухе, кстати. Блять, ну это супер баг какой-то. Я петь хочу. Просто я слушаю музычку. Ту-ту-ту-ту-ту. Все. Видели, видали, ребят, видали. Сразу 400 елки прям. О, дальше бесплатно можно продолжать. Дальше, ребят, бесплатно. Или походу мы мод весь прошли. Ребята, мы что, мод весь прошли? Я не верю. Не верю глазам своим. Я не верю своим глазам. Мы не... Я... Спустя три, блин, часа. Мы же мод прошли. 3 часа на это ушло. Где-то 3 часа. Я не знаю точно, но... 2 часа точно. Сейчас, давайте посмотрим. Он даже уже дальше не хочет. И... готовы узнать. Готовы узнать. Да, ребят! Мы прошли! Ребят... Мод получился очень большой. Согласен. Ну ладно, ребят, пора закончить этот урок, потому что он большой, наверное. Я не знаю точно. Так, ладно, ребят. Такой вот получился очень большой мод. И видос тоже классный получился. Наконец-то мы его прошли. Всем я был Артем, всем пока.